Это своеобразная мастерская для бригады ремонта скважин. Инструментальный вагон, совмещенный с блоком долива. Здесь в одном месте хранится все необходимое. Есть прицепы, даже прожекторы для освещения. Ранее для этих же целей использовалось несколько установок. На 328-й кустовой площадке 2-го цеха добычи работники Лангепаско-Покачевского управления ремонта скважин пробуют новую технику. Экономия у нас на переезд выходит, так как раньше у нас блоки долива были на санной основе. То есть позволяет мобильность при переезде, затрат на переезд, то есть, ну и на сам межремонтный период. Затраты в основном на спецтехнику, затраты на время движения, то есть на расстановку оборудования, то есть привлечение спецтехники и времени на переезд. Плюс ко всему, вагон оснащен системой обогрева. Технологическая жидкость в блоке долива постоянно горячая. Палочка-выручалочка в суровых условиях севера. Благодаря этому обеспечивается непрерывный рабочий процесс. В целом, оборудование выполнено с учетом всех потребностей. Очень удобно, так как на данной базе все компактно. Значит, все оборудование находится в инструментальном вагоне. Тут же подключается все электросети, все кабеля. Все скомплектовано совместно. Усовершенствованные инструментальные вагоны с блоком долива – хорошее подспорье в работе не только для бригад КРС, но и ПРС. Их уже повсеместно используют в управлении ремонта скважин Лангепасского региона, а теперь и на покачевских производственных объектах. Достоинства этого оборудования уже успели оценить бригады подземного ремонта скважин. Они используют его с прошлого года. Теперь на очереди капремонт. В ближайшее время подобные инструментальные вагоны будут использоваться в работе абсолютно всех бригад КРС Покачевского управления ремонта скважин. Случится это уже в декабре 2017 года, гарантирует в управлении ремонта скважин. Пока что из 24 покачевских бригад капитального ремонта укомплектованы новыми вагонами 60%. Остальные ждут своей очереди.